Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, и сегодня мы будем делать с вами три классных самоделки для мастерской. Каждому из вас, я думаю, пригодятся такие самоделки в мастерской. Поэтому присаживаемся поудобнее и начинаем просмотр.
Итак, друзья, для вас я показал три интересных самоделки, которые используются в мастерской. Напишите в комментариях, может кто-то такие уже делал самоделки, у кого-то они присутствуют. Также отпишитесь, что бы вы изменили в данных самоделках, которые я вам показал. Ну и на этом, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!